Так, сейчас мы их подзорвем, ребятушки. Так, это, смотри, сильненькая. Кричит она как, а? Так, вот этого токсика надо отправлять только когда вот много бойцов. Да, потому что смысла нету большого отправлять раньше. Так, сразу прокачаем. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про наш замок. И давайте улучшим наших воинов максимально и пойдем сражаться. Лучница, смотрите, сколько мы добавляем им силы, энергии. Так, вот этот молотильщику добавим. И нашему замку добавим силу, энергии. Что ж, отправляемся в бой. Так, а в бой у нас здесь будет нежить. Мы работаем сейчас нежить, и у нас тоже есть частично нежить. А в сундуках, приобретенных за драгоценные камни, можно найти любых бойцов, даже тех, что тебе еще недоступны. Ага, надо за алмазы нам приобретать, короче, сундуки. Алмазов-то у нас много. Вот. Так, а ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Так, вышел чувачок. Ладно, мы тоже сейчас пошлем тоже такого чувачка. Ой-ой-ой-ой, взрыватель пришел. Сейчас он... Ах, взорвал всех. Ладно, и у меня тоже есть взрыватель. Ой-ой-ой, наверное, я его рано впустил. Да, рано я его запустил, конечно. Так, сейчас мы их подзорвем, ребятушки. Так, это, смотри, сильненькая. Кричит она как, а? Так, вот этого токсика надо отправлять только когда вот много бойцов. Да, потому что смысла нету большого отправлять раньше. Так, сразу прокачаемся до максимума. Хотя, в принципе, до сильного максимума нам не обязательно прокачиваться. Знаешь почему? Нам главное вот этого монстра большого своего вызвать и все. Ой-ой-ой-ой, смотри, токсик. Сейчас мы вас подзорвем, токсика. Есть! Хорошо, не успел взорвать. Все, и идет мой большой монстр, ребята. Все, против него вы ничего не сделаете. Так, очки. Карточки забираем. Монетки. Хорошо. Так, вот, ребятушки идут. Вот токсик. Все, и начинаем уничтожать потихонечку их замок. Давай, еще, давай токсика еще вызовем. О, монетка, заберем монетку. Все, победили. Победили, в принципе, несложно было. Вообще несложно. Отправляемся дальше. Так, что здесь? Ух ты, нифига, смотри, прыгун. Очень быстрый, мощный боец. Набрасывается на отряды врага. Удар 67, защита 268. Ага. У него защита большая. Очень живучий такой, да? Хорошо. Так, а ну-ка, давай следим, прокачиваем манку. Ману. Побольше. И сейчас будем потихонечку бойцов высылать своих. Так, все, прокачали 3 раза. Вот он бежит, смотри. Ага. Ох ты, нифига, он перепрыгнул его. Ох ты, нифига себе, какой он хитрый, а. Ладно, он не справится здесь. Вот, есть, хорошо, контакт. Так, этих тоже, смотри, выслали своих чуваков. Так, получи огненный удар, дружище. Давай сразу вот этих, ребят. Смотри, он перепрыгивает, да, через бойцов моих. Ох, этот справился с токсиком, смотри. Так, давай сейчас, мы, давай тоже токсика сейчас выпустим. Во. Давай, токсик, быстрее, вот взорви вот этого гаденыша. Ой, молодец, взорвал. Мана, забираем. Прокачаем сейчас полностью максимально ману. Так, удар. Ой, я слишком поспешил. Поспешил я сделать удар. Ну все. А, вот смотри, этот медведь. Медведь? Нет, это не медведь, это волк прыгнул. Похож был на медведя. Так, идем дальше. Ух ты, кто-то появился. Жнец. Медленный, мощный герой. Призывает зомби, уничтожая каждого врага. Офигеть, нифига себе. Какой он будет сложный, а? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, вот это идет ведьмочка. Так, давай сразу лучницу мы отправим. И вот этого чувака. И надо быстрее вот этого нашего воина вот отправить. Хорошо. Может быть, мы сейчас и справимся. Потихонечку. Манна забираем. Давай еще одного. И вот этого быстренького. Ох. Так, давай еще вот этого воина отправим.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Есть! Уничтожили мы волка. А, нет-нет-нет-нет, он живой. Он живой, волк. Ладно, он не дойдет. Так, заморозка. Всех заморозили, даже волка. Хорошо. Так, прокачиваем максимально. Ох, уничтожили. Смотри, это даже не вышел. Какой-то там мощный у них... мощный нежить. Он даже не успел выйти. Ребята, я хочу посмотреть на него. Давайте... Не так быстро, значит, будем это самое уничтожать их. Я хочу посмотреть на этого супергероя ихнего. Так, тогда будем не так сильно быстро прокачивать, потому что... Подождем понемножечку. Не будем спешить. Угу. Спешить не будем. Я хочу посмотреть на их супер там героя большого, мощного. Так, у Токсика, Токсика надо убить. Ой, замечательно, хорошо. Так, и ждем. Так, волк. Волк сейчас перепрыгнет. Ах, побежал дальше. Ничего, мы его не пропустим. Мы его пропускать не будем, волка, давай. Все, сейчас он умрет, волк. Все, волк погиб. Дальше идем. Я хочу посмотреть... Вот он, большой этот жнец вышел. Мне хотелось на него посмотреть. Смотри, он вызывает всех. Так, сейчас мы ударчик сделаем. Сейчас своего монстра тоже выпускаем. Вот он, жнец их, да? Тогда он даже не успел выйти. А смотри, а он сильный. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, взрывайся, Токсик. Ох, нифига, какой все-таки жнец-то сильный оказался. Так, все, ребята, отдыхайте немножечко. Ой, да-да-да-да-да, смотри. Удар, есть, уничтожили. Так, давайте этих ребятушек выпускаем. Так, волк, смотри, волк. Они тогда, видимо, не успели выпустить его. Этого жнеца. Да-да-да, скорее всего. Так, берем ману. О, токсик идет. Слушай. О, волк, волк, волк. Сейчас они подойдут, и мы их попробуем всех взорвать. Нет, волк сильный, смотри. Перепрыгнул, прикинь. Давай, токсик, взорви его. Молодец, идем дальше. Давай сразу нашего монстра выпускаем. Не знаю, выпустят ли они еще раз этого большого жнеца или нет. Вот, пошли, пошли. Так, волк. Волк достаточно-таки сильный. Давай еще одну лучницу. Да. Наверное, жнеца они больше не будут выпускать. Все, уничтожили. Ну, посмотрели мы на жнеца этого их большого. И интересно было, конечно. Сундук нежити. Открываем. И здесь получаем карточки. Карточки, спасибо. Вот, новая, смотри, новая карта у нас здесь. Кто у нас здесь будет? Медленно уязвимый боец БФГ. Атакует сразу нескольких врагов. Вот так вот. Щитобот. Быстрый боец, щит уменьшает ущерб. И трансформатор. Обрушивает молнию на армию врага. Нифига себе, круто. Что ж, в бой идем. Угу. Вот такая вот у нас, это против роботов мы играем. Да-да-да, понятно. Улучшаем ману. Сколько возможно. Так, идет у нас уже щитобот. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо-тихо-тихо. Он, смотри, убил. Да ну. Давайте быстрее. Давай лучницу. Давай еще кого-нибудь. Вот этого быстренько крутилочку. Нам нельзя, чтобы они нам замок-то хоть немножечко уничтожили. Во. Мана, спасибо. О, карточка. Щитобота. Отправляем бойцов. Все, в принципе, нормально. Сейчас мы их уничтожим. Это, в принципе, несложная должна быть карта. Так, вот этих всех тоже бойцов мы отправляем. О, нормально, сейчас мы их победим. У них нет никого такого особо сильного героя. И сейчас в одним выстрелом мы уничтожим их башню. Отлично, 480 монеток. Спасибо. Что ж, отправляемся дальше. Что у нас тут здесь? А кто добавился у них? А никто не добавился, да? А, вот этот молотильщик добавился. 8 уровня? А у меня только 7-го. Нифига, будет интересно. Так, недостаточно энергии. Какой еще энергии? Энергия. Пополнить энергию 25 кристалликов. Ну давай пополним энергию.
А, все, поехали дальше в бой. Здесь, скорее всего, еще энергия нужна, знаешь, чтобы играть. Вон оно как. О, щитоботик. Так, подожди. Давай, сразимся. О, моего уничтожил, ребята. Нифига он какой мощный. Так, монетка. Сразу лучницу отправляем. Да, здесь будет посложнее, я так понял. Смотри, он опять этого выслал. Нифига себе. Молотильщика. Давайте сейчас ударчиком у вас. И взрывателя. Сейчас все, он сейчас взрыватель вас всех взорвет. Давай лучницу. О, у нас две лучницы только. А почему? Куда те делись-то? Нифига себе. Как они, каким напором-то на меня, смотри, а? Каким большим напором они на меня двигаются. Ага. Да. Эта карта посложнее будет, слушай. Сейчас этого мы взорвем. Есть. Хорошо. Давайте прокачаем полностью ману и возьмем нашего большого монстра. Все, против большого монстра они ничего не смогут сделать. Все, пошел. Пошел мой скелетончик. Давай, побеждай их. О! Так, надо будет все равно этих героев-то прокачивать, потому что я смотрю прям... Сила-то у них какая мощная, а? Давай, ударчик, суперудар. Есть. Уничтожили. Молодцы, победа. 560 монеток мы заработали. Угу. И открываем сундучок. А в сундучке есть энергия, есть монетки, есть кристаллы. Хорошо. Ежедневное испытание. Теперь разблокировано. Вы готовы проверить свои навыки и выиграть великие награды? Ага. Не знаю, не знаю. А, мертвый камень растет. Черепа и камни будут ломать кости, уничтожать башню. Ну, давай попробуем. Что это за игра такая? Собери свой отряд. Так, отряд. Какой у меня будет отряд? Ну, давай этих же и возьмем. Молотильщика. Ну, а вот этих вот ребят, которые у меня и были. А, этого я большого не могу взять, что ли? Они мне его не дают. Так, а ну-ка. Да, прикинь, они мне не дают этого чувака. Так, башню вот эту берем. Ну, вот этих чуваков тогда мы берем и все. Поехали. Поехали в бой. Битва. Драгоценные камни полезны во многих отношениях. Использую их, чтобы заполучать новых бойцов, приобрести золото для обновлений или пополнить свою энергию между поединками. Да, ребята, здесь нужно пополнять энергию, короче. Да, это что такое у нас? Пополнять энергию. Так, 2 минуты 51 секунда. А, типа мы должны за 2 минуты 50 секунд справиться, да, с ними? Ничего страшного. Сейчас будем пополнять ману. Я думаю, мы должны победить в любом случае. О, вау, вау, это что такое у нас? Нифига, кто это такой? Какие-то эти поставил, смотри. Так, ну здесь нужны лучницы. Ох, нифига, засасыватель. А что он там засасывал-то? Нифига себе. Давай, бойцов. Срочно бойцов побольше. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, что он творит, а? Сейчас я вам покажу. Так, давай вот этих бойцов высылаем. Да, сложнее. Чем-то, а может быть и нет. Ну, сейчас посмотрим, как он будет. Ох, нифига, засасыватель, это что такое? Почему так-то? Так, сейчас мы тебя взорвем, башенку. О, нормально. Осталось немножко. Нифига, какие бойцы, а? Сейчас, подождите. Мы здесь все подрываем. У меня маны много. Сейчас она накопится. Отправляем бойцов новых. Вот еще кусочек маны. Все. Скелетики. Надо вот как-то со скелетиками разобраться. Вот идет этот мощный. Сейчас он плиту огромную поставит. И нам надо будет как-нибудь справляться с этим всем. Так, уничтожили мы плиту. Так, бойцы, бойцы. Давайте всех бойцов высылаем. Они же еще, смотри, их надо ждать, пока они прогрузятся, эти бойцы. Да. Ладно. Да, тут смотри, тут даже маны у нас не хватает, чтобы полностью их сразу же купить. Нифига, 53 секунды осталось. Там нужно успеть, да? Типа, офигеть, а мы успеем, нет? О, они еще уничтожают, прикинь, наших бойцов. Ёшки-моташки. Давай, 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 давай. 36 секунд осталось. Нам нужно справиться.
Так, что у нас там по... А, у нас мана максимальная, кстати. До 1000 дошла. Так, лучницы, давайте, помогайте. Так, токсика. Сейчас он взорвет. Наверное, башню эту. Ох, нифига, они уничтожают прям вот этим своим... Своей вот этой штукой. Засасывающей. Они прям конкретно уничтожают наших... Бойцов-то наших. Повреждают. Ну что, а я выиграл или нет? Все, время закончилось. Башня взорвалась. А, в смысле? Я проиграл? Но я так старался, слушай. А, каменный мешок. А, 25 жизней, 100 самоцветов. Нет, спасибо. Че-то 15 долларов, ага. Так, мертвый камень растет. Собери свой отряд. Подожди, я не хочу уже играть этот мертвый камень. А мне нужно улучшить моих бойцов. О, смотри, бойцы. Так, вот этого тоже сейчас увеличим. М на максимуме у нас радиозомби. А, лучница на максимуме. А, черный рыцарь на максимуме. И молотильщик у нас. Все хорошо. Так, замок тоже мы улучшили. Нормально. Да. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.